Липецк приходит в себя после непогоды. За 2 часа в городе выпала треть месячной нормы осадков. Затопило одну из центральных площадей и несколько улиц. О масштабе наводнения можно судить по этим кадрам. В некоторых местах людям вода по пояс, а дороги пешеходам приходилось в буквальном смысле переплывать. Кое-где машины скрылись под водой, по самой крыше были затоплены первые этажи зданий. Дренажные системы не справлялись, и опускаться уровень воды стал только спустя полчаса после ливня. Впоследствии аварийные службы ликвидировали только к ночи. Коммунальщикам помогали пожарные.